20 декабря в здании администрации прошло награждение председателей участковой избирательной комиссии грамотами губернатора и главы за прошедшие в 2018 году избирательные кампании, которых на этот год вышло совсем немало, из-за чего все не было времени наградить тех, кто занимался безопасностью и созданием комфорта на участках. Сегодня ту капельку награды, которую мы никак не могли вам вручить, сегодня мы вам вручим. Поблагодарим вас за все сделанное. В 2018 году прошли выборы губернатора Московской области, которым стал Воробьев Андрей Юрьевич. А после прошли и выборы президента Российской Федерации, которым стал Путин Владимир Владимирович. Говорить, что для работников участковых избирательных комиссий этот год был легкий, не приходится. На мой взгляд, да и не только на мой, работа наша была очень высоко оценена. Мы добились с вами очень значимых результатов в этой работе, за что я вам хочу сказать отдельное огромное спасибо, потому что без вас мы бы этот путь не прошли и не осилили, и не достигли бы тех результатов, которые мы имели на сегодняшний день. Спасибо за это вам огромное. Улыбки с лиц присутствующих почти не сходили. И это неудивительно. Год практически прошел, все самое сложное позади. Прямо перед ними праздничный стол с шампанским и мандаринами. Официальная рабочая часть 2018 года подходит к концу. Осталось только его провести. Ольга Власова, Алексей Сухой, Пушкинское телевидение.